На стадии подвески становится понятно, косячная будет у тебя модель. Или еще ничего так сойдет. Друзья, всем привет! С вами схема сборки, самый модельный из всех модельных каналов о Формуле 1. Сегодня задача над нашей Ferrari 126 C2 проста. Ну, я как всегда. Ну, в общем, да, она действительно проста. Нужно всего лишь собрать подвеску а, и установить туда тормозные диски. А после чего мы и посмотрим: сходится, не сходится. Скажу честно: я уже поковырялся сначала долго тупил, а, но потом сообразил, что вот эта подвеска держится на амортизаторе, но он не должен сочетаться с коробкой передач. То есть, тут все по-своему. Поэтому я сейчас быстро достаю клей. Быстро капаю, ляпаю и, по идее, должно получиться. Капаю, ляпаю во все доступные места. Мы берем один из амортизаторов, насаживаем и в таком состоянии пытаемся все это вклеить на место. Эйч, нам тут мешает вот эта штука. Нафига она тут сделана, непонятно. Настолько, блин, бестолковая. Я так понимаю, все это должно... Слушайте, наверное, надо сразу насаживать сюда тормозной диск, чтобы оно было все более-менее подогнано. Потому что если клей засохнет, то мы потом очень тяжело будем все это вставлять. Смысл в чем? Чтобы вот этот тормозной диск подошел сюда. Сейчас я проверю. А, вот как... А, все, понял. В эту часть мы его вставляем. А в эту... Ух ты! А в эту, когда вставляешь, все разваливается. Отлично. А, блин. <laughs> все пошло прахом. Ладно, сейчас я тогда его сразу вставлю. Он же еще вставляется тут. Не просто так. Так, а как это сделать, чтобы чтоб что-нибудь сломать обязательно? Я уже, по-моему, что-то сломал. Угу. Так, ну надо же повернуть еще. А, вот, мы сейчас сразу его можем насадить на нижнюю часть внизу. Ага. И внизу, походу, надо склеивать будет. Все, понял. Так, теперь возвращаем на место. Вот эта маленькая штучка меня выбешивает. Она у меня уже четыре раза отваливалась. Сейчас будет пятый. Так, насаживаем. Вставляем. Вот тут я сразу сейчас его хлоп. Ага. И сюда. Все. Вот так оно типа и должно держаться. Вот. И в таком состоянии должно засыхать. Ну что, рискнуть также со второй частью. Ух. Трепещущая тема. Так, здесь все делать легко и просто. Ага, внизу не очень совпадает, но это нормально. Мы там приклеим. Сейчас я тут сразу клея капну. Так, здесь пока не капну а вернее капну. Вот тут капну, вот тут капну. Отлично. Наверное, эта штука должна тоже на клею держаться. Так, везде, где мог, проклеил. Пошел у нас амортизатор. И пошла подвесочка. Сейчас мы ее сначала... Ох ты, блин, как она тут вообще не держится ёптить. Надо все снять. Сначала одеть подвеску. Для этого нужна третья рука, но ее нет. Так что используем вторую. Моделизм и третья рука – это просто вещи, без которых не обойтись. Тут я насадил, а вот здесь... Третья рука, где ты? Вот. Вот так. И у меня почему-то вся эта тема выскакивает из нижней подвески. Надо, чтобы не выскакивала. Вот так. И это же еще не все. Но, наверное, пока все, потому что я еще буду тут прокрашивать... Блин, у меня руки трусятся, кошмар от напряжения. Буду прокрашивать матовой краской определенные элементы на двигателе, сами амортизаторы тут местами. И заодно у нас все просохнет, потом мы насадим вот эту заднюю стенку на свои места. Наверное, с помощью суперклея, потому что здесь все должно быть супер-пупер. А проверяю. Ну, вот это, мне кажется, чуть-чуть стоит вот так, но здесь уже ничего не сделаешь. А, она, в принципе, это, геометрия меняется отлично меняется. Почему? Потому что ей так хочется. Хорошо, пусть будет так, засохнет, посмотрим. Сегодня же попробуем переднюю подвеску собрать. И, ну, пока... А, блин, я ж не насадил. Ё-моё, вот это я собрал, короче, собиратель хренов. Ай, твою ж мать, я ж не насадил тяги. Блин, я их вообще не насадил, в смысле, от слова совсем. Твою мать, а где они? Блин, Тяги, которые я хотел сделать металлическими, там все такое, но что-то походу теперь уже не до этого. Что-то у нас тут вываливается из машины. Сейчас попробую как-то. Получится? Блин. О, наверное, получится, ребяшки. Я просто ее вот так доткну туда и все. У меня такое ощущение, что что-то тут шевелится. Вроде не должно. Так, как мне ту тягу туда доткнуть? Чтобы не выломать. Да, что-то тут шевелится и выпадает. Мне не показалось. Но теперь она провалилась куда-то вглубь. А, это вот эта штучка, блин. А ее надо достать. Вот эта, которая у меня много раз отваливалась, она в итоге все. Провалилась в двигатель куда-то. Тишкин кот. Но я ее достану, ладно. Сейчас вот это важнее, пока не засохло. Блин. Ладно, давайте я выключу камеру, чтобы не было матов. Близко к глазам это сделаю и расскажу вам, получилось у меня или выкидываем модель нафиг. Короче, с тягами все нормально. Одну сломал, вторую потерял. Да шучу я. Обе сломал. Да ладно, потерял обе. Да все нормально, поставил. Кое-как. Приклеил я сразу воздухозаборники к передним дискам тормозным. Не знаю, за какие инструменты уже хвататься. Такая какая-то сумбурная пошла сборка, потому что, в принципе, ты знаешь, что делать, да, и ты можешь это собирать. Это, 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 просто бери и собирай. Ну, понятное дело, когда это делается там под вдохновение, а другое дело, когда это на камеру. Я тут пытался понять, как расположены треугольники, и понял, прикиньте. Насчет того, что эти треугольники подвески крепятся уже на готовый болит, чтобы можно было защелкнуть обтекатель, не знаю. Мне кажется, его спокойно можно будет просунуть между подвесками и защелкнуть. Ничего я тут такого криминального не вижу. Так, попробуем ее одеть. Ну, попробовал, дальше что? Если не одевается, что делать? Додавливать, да? Блин, тут ты молотком не постучишь, но она не одевается. Чем-то попробовать упереть прям. Не сломать бы. Я ж могу, вы же знаете. Так, вроде бы что-то пошло. Опа, одна есть. Ну и вторая тут же к ней присоединилась. Отлично. Теперь между всем этим великолепием нужно одеть... Ой, не то взял. Так, и как это сделать? Вот так, да? О, я их не затачивал, ничего, сейчас будет весело, походу. Так что, она тяга, что ли, снизу идет все-таки? Не может такого. Подождите, что-то я запутался. А, ну да, тут без разницы, да? Просто я не то это взял. Стоп. Что-то я не то сделал, пацаны. Сейчас. Погодите, я запутался. Суппорт у нас должен быть сзади. Да? Ну вот он, все правильно. Что я не так делаю? Все я правильно делаю. Какое нудное занятие, честно говоря. Вот сейчас можно в легкую сломать подвеску. Я сделаю это перед глазами, потом покажу, ребят, не могу я так. Так, докладываю. Кое-как удалось мне все это вставить, даже все держится. Единственное, видимо, я так сильно жал, что сломал вот здесь проушину, за которую рулевая тяга держится. Пришлось сажать ее на суперклей высохнет, посажу. Что-то как-то слишком много косяков. Пробовал крутить колеса, нифига они не крутятся. Где-то попал клей и все. Плюс еще куча всяких красок. В общем, суппорта у меня затрамбили колеса. Я могу их прокрутить и как бы они будут крутиться, но я боюсь сломать подвеску. Она вся из стороны в сторону ходит. Нахрен мне модель с крутящимися колесами. Поворачиваться главное, чтобы поворачивались. Нужно, чтобы суперклей сделал свое дело. Все, в общем, беда за бедой у меня. Поэтому давайте как-то за завершать уже сегодняшние приключения. Нам надо вставить одну штуковину. Что-то я прометчиво как-то взялся ее вставлять. Выпал из кадра опять, да? Ну да ладно. Сейчас я просто хочу ее сразу сажать на суперклей, потому что... Потому что потому, ребятушки. Ну его нафиг, тут уже никакой клей не справляется, поэтому надо действовать. Надо действовать, короче, ну вы поняли. Сейчас наша задача всю заднюю подвеску прижать. Это нифига не просто будет сделать вот этой штукой. Важно это, потому что на ней еще и заднее крыло будет держаться. Так, что-то не хочет. Вошла. Вошла-то вошла, но теперь ее надо на место посадить. Ух ты, ⁇ е-мое. Как классно. Одержать а как? Вот так руками. Хорошо, что я суперклей взял, потому что обычный клей бы эту штуку не выдержал. Видите, насколько она изогнута? Я даже не уверен, что суперклей сейчас справится. Абсолютно не уверен. Но надо сделать именно так. Тогда у нас подвеска будет зафиксирована. Тогда у нас заднее антикрыло будет нормально держаться. Да, хотел я сказать, что модель не выкидывает сюрпризов. На самом деле выкидывает, но все модели таковы. И, по крайней мере, я просто забыл, что такое собирать подвески из 70-х, когда все на одних только железных рычагах, никаких тебе там пластин там и прочего держится. Слушайте, держится. Фух, я рад. И вот сюда у нас будет входить заднее антикрыло. Таким макаром. О, тут точить и точить, чтобы оно сюда вошло. Я понял уже. Ну, крыло я потом буду собирать. Уже прокрашены у меня торцевые пластины. Там надо сразу будет работать с декальками и прочим. Давайте доломаем переднюю подвеску. Не хотите? Я вот хочу. Сейчас это надо как-то очень аккуратно сделать. Все-таки ломать не строить, да? Только она что-то почему-то теперь. А, все понял. Сейчас. Сейчас мы ее победим. Или не победим. Вы знаете, что-то я уже в этом сомневаюсь. Ага, вот. Она дело в том, что зараза она ниже уходит. Ее, чтобы поставить, я не знаю, надо как-то чем-то как-то зажимать. О, по-моему, я это сделал. Да. Ну что, рискнем? Дим, Да, колеса у нас будут поворачиваться. Это уже успех, пацаны, это успех. Видите, как виляет своими зелененькими воздухозаборниками наша Ferrari 126 C2. Ох, сложно. Да не не сложно. Честно говоря, вот эта вот предыдущая Ferrari 70-ка, она была намного более бесячей, потому что там столько было всего, э нужно было состыковать все, чтобы все было ровненько, блестященько, красивенько. Тут, по сути, это набор железок, да, ну из пластика в моем случае, который нужно просто. Хрен к носу свести, и тогда все будет хорошо. Вот пока что все идет нормально. Нам осталось добавить сюда три-день-день, турбины, все вот это вот состыкувать. Я уже вижу, что это будет нелегко. Оно почему-то не хочет. Что-то где-то цепляется. Ну, короче, как-то так будет весело. Ну и антикрылья, да, я их поснимал, в принципе. Оно будет смотреться примерно вот так. Тут тоже, оказывается, оно вставляется... А, погодите, оно вставляется, наверное, все правильно. А что я тогда фигню страдал? Вот так оно вставляется. Ну, короче, вот так оно вставляется. Вот. Да. Ах, ну и заднее крыло. Вот. <с -гонки> все, я больше не могу. Короче, сегодня мы с вами починили подвеску. В принципе, она есть. Тут очень странное крепление колес. Просто на какие-то пеньки пластиковые, нужно колесо будет элементарно приклеить. Сейчас я этого делать не буду, потому что мне машину еще очень много нужно будет в руках туда-сюда возюкать. И, конечно, колеса эти будут мешать. Поэтому в следующий раз мы займемся уже выхлопом и системой турбо на этом двигателе. Ну и, наверное, останется еще... А, у нас еще декали и обтекатель, лакирование. Ну и потом сборка на чистовую. Поставим дугу, поставим антикрылья, поставим колеса и закроем все это нахрен обтекателем. И машинка будет готова. Все, моделируйте, друзья. Моделируйте так, чтобы ваши модели хоть когда-нибудь уже были готовы. Покедова.